Итак, всех приветствую на нашем канале Serge.ua. Итак, у нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Посылочка эта не маленькая. Вот такая вот. Простенькая. По трек-номеру я посмотрел. Там органайзер. Итак, посмотрим, что же тут нам прислали наши друзья из Китая. Этот органайзер. Напомню, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Ссылочка на данный товар будет под видео. Может, кому понравится. О, так. Откроем. И тут у нас вот такая вот появляется штукенция. Вот органайзер. Так, ну, будем открывать, смотреть. Здесь у нас так. У нас вот тут таких вот три органайзера, обычно простенько запаковано. Так, вот это у нас первый органайзер, стеночки довольно такие жесткие, кстати, как ни странно, большая пришла, но не помятая. Такой вот у нас отсек тут у нас для бюстгальтеров и для других вещей. Ну, в описании написано, что это вот коробочка для бюстгальтеров. Так, смотрим следующую нашу. Можно так называть отсек органайзера. Все так красивенько запаковано. Так, ага, это у нас для бюстгальтеров. Вот этот у нас отсек вот для бюстгальтера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь отсеков из этой коробочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отсеков. Так, что мы можем здесь сказать? Вот так вот все прошито. Материал такой себе. Не думал, что чуть-чуть будет получше материал. Ну так вроде бы ничего. Так, прострочено. Смотрим этот отсек. Довольно-таки большой. Стеночки тверденькие. Здесь у нас молния. Так, швы все прострочены, ровненькие вроде. Есть трошки запах такой. Я думаю, он выветрится. Так, ну и, наверное, самый большой. Наверное. Вот этот у нас для всякого, так выразиться, трусиков. Ну, довольно-таки интересненький органайзер. Так, вот так он выглядит. Вот так это все выглядит. Данный органайзер у нас выглядит так. Будем, ну, возьмем сейчас размеры, ради интереса. Так, померяем. Так, здесь у нас сколько? Здесь верить это 34 сантиметра. А так вот 30. Так у нас 31 сантиметр. Сколько здесь? Так, ширина у нас отсека. Ну так, приблизительно 7. 7 на 6 где-то так приблизительно. Сколько здесь у нас всего отсеков? 1, 2, 3, 4. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 4 отсека для нижнего белья. Для самого низа белья. Так, вот так вот оно выглядит все. Вот здесь трошки вот такой вот. Косячок небольшой, но я думаю, не критично. Сюда все так аккуратненько сложится. Я думаю, что будет прикольненько. Цветик такой интересненький. Так, ну сейчас замерим еще этот отсек для бюстгальтера. Так, и что он здесь показывает?
Здесь у нас 34 сантиметра на 31. 31. Длину мы уже знаем. Вот ширину отсека, в принципе, определить будет очень тяжело. Очень тяжело. Где-то 6-7. Так, вот такие вот. Ну и этот самый меньший замеряем. Тоже для общих. Так, 35 и ширина 16. Вот такие вот. Органайзер тоже. Вроде бы косячков в этом мелком не видно. Вот так вот. И вот так вот. Так, вот так это все у нас выглядит. Так это у нас все должно выглядеть, по идее, в шухляде. Всем, в принципе, спасибо за внимание. Будут еще полезные посылочки у нас с Алиэкспресса. Кому что нравится, ссылка на данный товар будет под видео. Стоимость где-то 150 гривен. Это вот все, 3 в одном блоке идет. Может, кому понравится, можете писать, закажем. И для вас. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Не забываем подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Всем пока!